Приветствую вас, Вера или Венера, как вы себя называете. Давайте разберем ваш вопрос. Устала в себе копаться, себя меняю, стараюсь, знаю свои ошибки и минусы, знаю, что надо менять и делать, но отношения серьезные пока не начинаются. Я думаю, что здесь в том числе ваши ошибка является думать, что какие-то отношения могут быть несерьезными. Вот я думаю, что это может быть одна из причин, которые вам мешают. То есть отношения серьезные для вас, например, могут быть несерьезными для другого человека, например, для мужчин. Наоборот, серьезные отношения для другого человека не означают, могут означать несерьезные для вас. Поэтому мне кажется, что вам стоило бы больше обращать внимание не на то конкретно, серьезные отношения вы устраиваете или нет, а скорее на то, что вы хотите и чего не хотите для человека. Ну, что вы хотите, например, человеку дать, что вы можете, например, человеку дать, а что вы не можете, например, тому же человеку дать, что вы хотите тому же человеку, например, дать. И мне кажется, что подобный подход может вам гораздо существеннее оказать помощь, да, нежели чем вот, собственно, то, что вы делаете сейчас, потому что получается, что вы изо всех сил стараетесь подстроить себя под отношения, руководствуясь, ну, примерно такой мыслью, что вот сейчас я стану какой-нибудь идеальный, вот сейчас я буду какой-нибудь супер хороший, вот супер подходящий для отношений, вот, и мужчина, который, например, вот у меня есть, да, мужчина, например, вот этот мужчина, он, допустим, ну, сразу будет со мной. Вот. Мне кажется, что это работает совершенно не так. Вот. Мне кажется, что это работает совершенно иначе. Мне кажется, что ваш мужчина, как бы он ни был, какого бы мужчину вы не выбрали, если вы, допустим, да, вот если вы, к примеру, ну, вот как-то вот, если вы, ну, позиционируете его, я имею в виду мужчину, каким-то образом, что он вот вам нужен, да, что он вам нужен, что вы там без него, например, не сможете и так далее, что он вам там, условно говоря, необходим, вот он вам необходим, вот, чтобы там чувствовать себя лучше и так далее. Вот, то, конечно, ситуация будет складываться несколько, ну, несколько
негативно, на мой взгляд, потому что вы не будете чувствовать себя собой с ним. Ну, я имею в виду с мужчиной. Ну, вот. И, конечно, это, я бы сказал, достаточно проблематично для вас. Поэтому сейчас, на данный момент, получается, как будто бы так, что вы, получается, как будто бы такая история, да, что вы меняетесь не столько для себя, да, не столько для себя вы меняетесь, сколько вот для, ну, для человека другого. Вот, то есть вы хотите измениться, да, для другого человека, чтобы вот, ну, чтобы вы были, ну, в отношениях, например, вам хочется, чтобы вы были в отношениях, вот. А что если так получится, что вы не будете в отношениях, что если так получится, что, ну, что вы там не сможете быть в отношениях именно вот, ну, с этим человеком, например. Понимаете? Вот. Что тогда будет? Это вот очень, как мне кажется, ну, достаточно важный момент здесь, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. И если меняться, то, наверное, все-таки для, ну, для себя, если меняться. Если вы хотите меняться, то будет здорово, если вы будете меняться уже именно для себя, конкретно для себя, а не для, там, условно говоря, мужчин, например, да, которого, ну, на которого вот сейчас, допустим, вы, ну, обращаете внимание свое, например, вот как это видится мне пока что. Вот. Поэтому вот это вот то, на что хотелось бы в первую очередь обратить, наверное, ваше внимание. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот, это, как мне кажется, довольно важный момент, на который, я считаю, ну, нужно обратить ваше внимание. Вот, поэтому совершенно не удивительно, что вы устали, вот, совершенно не удивительно, что вы устали меняться, потому что, ну, вот, как-то вот вы не чувствуете каких-то вот, ну, плюсов, да, не чувствуете каких-то, ну, улучшений, скажем так, вы не ощущаете каких-то улучшений, да, вот, значит, от того, что вы что-то делаете, то есть вы стараетесь, делаете, пытаетесь, вот в итоге ничего не получается, вот. То есть вы стараетесь для мужчин это делать, а не для себя. Вот это, мне кажется, такой вот
ключевой, ну, один из ключевых моментов, как мне кажется. Вот здесь возникает вопрос волей-неволей, зачем вам отношения вообще нужны? Вот. Для чего вам вообще нужны отношения? Вот. Понимаете, какая штука? Это важный момент, как мне кажется, это важный момент, потому что если вы сами себе не можете ответить на этот вопрос, зачем вам отношения сами, да? Вот, ну, для чего они вам нужны, например. Почему вы так хотите быть в отношениях? То вам будет достаточно сложно, ну, как бы, в них находиться, вот, в этих отношениях. Вот. И вы будете, по сути, ну, все время нуждаться в мужчине. Вот. Вы будете нуждаться все время в человеке. Вот. Вы будете нуждаться, чтобы с вами было рядом. Ну, в данном случае, чтобы мужчина был с вами рядом. Вот. А если его не будет, например, да, как бы, если он не захочет быть с вами, ну вот, в отношениях, например, как тогда действовать в таком случае? Вот. То есть это, по сути, получается такой вот замкнутый круг, это получается, по сути. Вот. К сожалению, получается замкнутый круг. Вот. Вам нужно, мне кажется, из этого замкнутого круга стараться выйти. Вот. Ну, по крайней мере, так это для меня выглядит. Вот. Сейчас, на данный момент. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Это важно. Достаточно. Как мне кажется. Дальше. Вы пишете. Значит, следующее. Знаю свои ошибки, минусы, знаю, что надо менять и делать, но отношения серьезные, пока не начинаются таковые. Вот вы говорите, что вы знаете, что надо менять и делать, но меняете ли вы и делаете? Вот. То есть, ну, вопрос, как мне кажется, в этом частично заключается. То есть, если вы знаете, что вам нужно делать, вот, да, например, делаете ли вы это? Вот. Вот в чем вопрос, как мне кажется. Ну, вот. Если вы знаете, как нужно делать, то есть, наверное, нужно что-то менять сначала. Вот. Если вы ничего не меняете сами, допустим, если вы ничего не меняете, ну вот, то что может быть, ну, что может быть, как может быть по-другому?
это сделать? Это вопрос. На мой взгляд. Поэтому на это тоже вам нужно, ну, ответить, это тоже вам нужно подумать, ну, подумать, нужно вам над этим, как мне кажется. Понимаете, да? Дальше. Значит, следующее. Вы пишете, мужчина на примете все идет к отношениям, но что-то мешает. Мне кажется, что во многом вы здесь уделяете внимание, собственно, вот, ну, самому человеку вы уделяете, вот, ну, внимание, вы уделяете самому человеку внимание, как мне кажется, вот. То есть мне кажется, что вы больше уделяете внимание самим отношениям, да? Вот. Чем там, допустим, непосредственно, ну, непосредственно проживанию отношений, например. Вот. В чем как бы и заключается, на мой взгляд, проблематика здесь ваша. То есть вам нужны сами отношения больше, чем вы хотите в них вот что-то, ну, вложить вы хотите, вот. Далее вы спрашиваете, почему. Ну, с точки зрения психологии, это не так важно, почему. То есть вот с точки зрения именно вот психологии не столь важно, почему важно, ну, важнее как именно устраивать отношения с человеком. Вот. И это гораздо важнее, на мой взгляд. Если вот что-то, ну, если что-то в отношениях вы делаете не совсем корректно, это значит, что вы чересчур замотивированы. Это значит, что вы чересчур заинтересованы. Вот. В этом чересчур заинтересованы. Чересчур заинтересованы вот в том, чтобы как-то в них быть, ну, в отношениях, я имею в виду. Вот. При этом вы не совсем, может быть, понимаете, чего хотите. Вот. Опять-таки, не совсем понимаете, что вам нужно, как бы, здесь.
Так что вопрос, почему здесь, на мой взгляд, не совсем корректно. Вот. Ну, как мне кажется. Тоже вот, в какой-то степени то же самое касается того, например, что вы можете делать не так. То есть я имею в виду, что пока что мы не знаем, что именно вы делаете не так. Нам для того, чтобы понять, что вы делаете не так, необходимо провести анализ, необходимо посмотреть, что вы делаете не так, необходимо провести анализ, поспрашивать вас, вот. И тогда мы уже могли бы, в принципе, ответить на вопрос, на этот вопрос, что именно вы можете делать не так, как именно вы можете делать не так, вот, что именно вы делаете там, например, такого вот, что что с мужчиной у вас отношения, например, не складываются. Вот. Вот это мне кажется то, что можно преследовать. Дальше. Вы пишете, может я привыкла к одиночеству. Да. Да. Вероятно, вы на самом деле привыкла к одиночеству, это правда. Вот. И выходите в него не так, чтобы легко. Вот. Из одиночества. Именно выходить. Ну, особенно, если вы вот, если вы привыкли к нему, к этому одиночеству, конечно. Вот. Поэтому естественно, что выходить из зоны комфорта не всегда получается. Но тяжелее выходить из зоны комфорта, когда вы это делаете, ну, максимальным образом, для себя неестественно. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, таким, ну, как бы, заставлением себя. То есть, когда вы себя заставляете это делать, например. Вот. На мой взгляд, вообще худшее, что вы можете сделать для себя, это вот как бы пытаться себя заставлять. Вообще, на мой взгляд, это худшее, что вы можете сделать. Вот. Поэтому мне кажется, что можно подумать, можно подумать, именно подумать, предмышлять
Вот. Поисследовать, например, можно. Что именно вам хотелось бы здесь? Ну, как вам хотелось бы? Вот. И когда, например, вы себе на этот вопрос ответите, да? Вот. Когда и если вы себе на этот вопрос ответите, например, то вам станет гораздо более понятно, в каком направлении двигаться. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Сейчас пока что вы не понимаете этого. Вот. Но я думаю, что это, в принципе, поправимо. То есть, ну, можно сделать так, чтобы вы понимали, можно сделать так. Можно это, скажем так, ну, облегчить вам понимание, чтобы вы увидели. Вот. Это не так сложно сделать гипотетически. Вот. Вот, пожалуй, такой ответ я могу вам дать. То есть, тут не столько важно, привыкли вы к одиночеству, да, вот, сколько важно, на мой взгляд, понять вам для себя, понять, насколько вы свободны, то есть насколько вам, ну, вообще вот, комфортно, да, и хорошо ли вам. Вот. Я бы так на это ответил. Таким образом я бы ответил на это, по крайней мере. Вот. Конечно, тут вопросы, что вы хотите. Вот. Принципе. То есть хотите ли вы, например, строить отношения или все же вот, вы ну, хотите чего-то для себя в отношениях. Вот, это, мне кажется, ключевой момент, который и будет определять ваше дальнейшее действие. Вот. Я бы, наверное, сказал бы сейчас так, с точки зрения психологии. С другой стороны, вы для чего-то написали свою дату рождения, вот, вполне вероятно, что
вы хотите погабать, но как бы, если вы хотите погадать, то вы немножко ошиблись. Вот. На мой взгляд. Потому что мы все-таки психологи, мы не гадаем. Вот. А я бы, в принципе, поработал бы с личными границами, с вашими страхами. Ну вот, если таковые имеются, вот. Вот я бы поработал бы, ну, с этим. Возможно, тогда вам легче было бы выстраивать отношения. Как мне кажется. Сейчас вам это делать, ну, понятно, сложнее. Вот. Потому что, ну, вы вот себя так чувствуете. Достаточно вот некомфортно из-за того, что вот нужно ну, в отношениях находиться, нужно, ну, сближаться как бы с человеком. Ну, вот. Вам это, конечно, может быть не совсем приятно, не совсем комфортно, не совсем вы себя естественно можете в этом чувствовать состояние. Вот. Но я думаю, что если поработать вот, с психологом, да, то вы можете прийти к каким-то решениям, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Другой вопрос, хотите ли вы, потому что если вы задаете вопрос и пытаетесь найти ответ извне, то волей-неволей возникает предположение о том, что вы можете саботировать свою активность. На этом все. Надеюсь, я помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.